нам дизайн, но от чиновника как не вписывается. Чиновники не вписываются. Нет, дизайн интерьера. Надо же выяснить, какие расценки и что эксклюзивного вот на этом рынке сегодня. Мы же не так это хорошо знаем. Ребят, давайте вы награете, это уже весело для меня. Почему в КВН? Нет, не в КВН. Я видел, как вы общаетесь, нет, не серьезно. Как не серьезно, то что? Вам так кажется, вот я, допустим, нашу беседу могу вполне публиковать в газете «Русская Березка», главный редактор, есть такое право, а вы говорите в КВН. Просто есть же разные... Все, что вы сейчас скажете, будет использовано против. Это ваша вот табличка, да? Да, моя. Дизайнеры эти, ладно. Мы не так часто общаемся с дизайнерами по интерьерам. Ты есть знакомый? Нет. Нет, у нас есть. Красный. Нет, дизайн интерьера у нас мало, да. Просто мы к ним не обращались. Обычно на мероприятия ходят с нами, да. Любят потом фотографии получать. Мы им это отсылаем, естественно. Особенно Михаил у нас мастер. По отсылке? Да. Или рассылки? Рассылки с юмором подписывают фотографии. Здорово. Многие народные артисты с этим бегают. Прям, да? Без мата. Подписывать. Человек вообще он не умеет даже материться. Представляете? Вы видели, чтобы фотограф не матерился? Видела. Да? Конечно. То есть одно, ну, это второй, наверное. У вас на память мы Сафира? Что? На память. На память, давайте на память. Михаил, Сафирович. Девушка. Вы понимаете, вот сейчас. Я даже объектив прицеплю. Повышается, да? Ловите? Вот Виктория, видите, залыбалась, замечательно. А то думаешь, она думала, что мы только в КВН играем. На самом деле я КВН не люблю, понимаете, как ни странно. Аншлаг? Аншлаг тоже терпеть не могу. Хотя Петросян меня знает. Действительно. Это я, что ли, супер? Да. А нет, хорошо, очень хорошо. Если будет желание, напишите, вам пришлем. Хорошо, спасибо большое. Возьмите мои визитки. Ой, видите, какой. Интересно, вот эта штучка, это тоже ваша разработка, да? Да. Как правильно назвать вот этот сбоку? Это как имеет название? Это ленточка. Может быть, какое тут специфическое определение имеет? Может быть, какой-то тайный смысл? Ой, а можно? С фольгирой. Я такой просто не видел. Оригинально очень. Вот, я поэтому говорю, что мы же с дизайнером не общались. Никогда. Придется обращаться, да, теперь. Я всем думаю, вопросам что... у интерьера, дизайна, проектирования обращайтесь. Так рядом еще и винзавод. О! Все рядом. Да, конечно. Все, оказывается. Ходите на выставки, да? Каким? А бывают выставки фотографии. Да, часто проводятся. Ну, у меня нет времени, если честно. Да. У меня очень много работы. Сил загруженности. Да, у меня очень много приглашений на эти выставки, на открытия. Но по времени как. Хотя, да, это рядом. Красивая визиточка просто. Серьезно, я. Виктория даже такой телефон. Да, у меня еще один дорога. Сейчас таким телефоном все. А, это не телефон, это визитница. Да. Забыл закрыть. Вы тоже в Мархе закончили, да? Я строго на Еще себе. Такое серьезное училище, что сейчас оно стало как бы... Академия, да. Академия, да. Когда я был маленький, до Строгановского, у меня мама говорит, ааа, Строгановка, это вообще недостижимо. Недостижимо, я сама не верю, да, недостижимо. Как же такое, что... Да, либо по блату, либо по таланту идут. По таланту. Вот так же я журфак МГУ закончил. Вот явно, таких вот я не верю. Ты не верил, что я поступлю туда, потом сюда кончу. Павлинчик. Мы как раз общаемся с теми людьми, которые по таланту закончили, поступили. Вот почему тянет на таких? Серьезно. Хорошо, прощайте. Хотел сказать. Свояк свояка ведет издалека. Алло, да, привет, ты звонил? Thank you.
Ну, мы еще заняты. Ищите места. Какие эмоции у детей? Мы, наверное, покушать не хотим. Вы потом свои эмоции посмотрите, я вам... Понимаешь, что они еще объекты. Папарацци. Вот, потом... А я прошлась там, почти все уже закрыли. Потом вот эти...